6 марта 2018 года в галерее Екатеринбургской академии современного искусства открылась выставка художника Сергея Ефимовича Васькина «Мастер этюда», на которой вниманию зрителей было представлено более 60 живописных и графических работ автора. На выставке были представлены жанровые картины, натюрморты, пейзажи и портреты. Но основной акцент экспозиции был сосредоточен на этюдах художника. Этюд – это произведение вспомогательного характера и ограниченного размера, целиком выполненное с натуры. Работая на пленэре или в мастерской над этюдом, художник ставит перед собой задачу правдивого и живого воплощения природы или предметной среды в живописи или графике. Этюды могут быть средством изучения природы, учебными упражнениями для художника, средством совершенствования его мастерства. Часто они служат материалом для подготовки картины, например, пейзажные этюды отдельных мест, изображения деревьев, листвы и других деталей, интересующих живописца. Постоянная работа над ними на натуре оказывает помощь в создании пейзажных картин, а работа над предметной средой мастерской – в создании портретов и натюрмортов. Этюд не требует тщательно проработанной деталировки. Для него важен общий схематический рисунок с натуры, без излишней детализации, верность и точность основных линий и очертаний предметов. В рисунке художник должен уметь передать то, что он наблюдает и изучает в природе. Однако не просто увиденное, но и обобщенное, существенное, главное, без второстепенных подробностей. В процессе длительного изучения натуры, найденный художником и поразивший его момент, является основой впечатления о ней, творчески осознанной и мысленно переработанной впечатлений, и возникший на основе этого художественный образ постоянно сохраняется в памяти во время работы над этюдом. В этюде художник находит простые, кажущиеся зрителю несложными решениями поставленных перед собой задач. Эти решения, как композиционные, так и в части колорита и рисунка, должны быть лаконичными. Однако для этого необходим не только опыт, но и твердая уверенность в основной цели, поставленной в данной работе. Художник должен уметь сосредотачиваться на решении и достижении этой цели, на главном, а не на второстепенном, используя все свои возможности в композиции и живописи. Сергей Ефимович Васькин родился в 1927 году и прожил 90 лет, до конца своих дней оставаясь художником. С 1954 по 1957 год он учился на отделении рисунка и живописи Всесоюзного дома народного творчества имени Надежды Крупской в Москве. А с 1960 года
художественной студии известного свердловского художника Николая Гавриловича Чеснокова, одного из ярчайших мастеров уральского пейзажа. С 1956 по 1962 год работал художником в клубе «Уралхимашзавода». Так рождался «Уралхимаш» – серия живописных работ, выполненных для музея «Уралхимашзавода», где они хранятся до сих пор. История «Химаша» – серия пейзажей, относящихся к истории становления района. В 1964 году участвовал с картиной «Сварщица» на международной художественной выставке в Париже. Работы, созданные автором, можно поделить на жанровые, портреты и автопортреты, натюрморты. И пейзаж. Сергей Ефимович участвовал в многочисленных выставках, был награжден дипломами и почетными грамотами, в том числе от президента России Владимира Владимировича Путина. Его работы хранятся в собраниях музеев и частных коллекциях. Он до конца своих дней оставался деятельным человеком, художником и педагогом, щедро делившимся своим опытом и знаниями с молодежью. И его выставка в Екатеринбургской академии современного искусства стала продолжением его деятельности.